о Карине Тилли, о нейромантке, которая преуспела в розыске пропавших. Благодаря анейромантке Карине Тилли, ведьмак увидел, как Цири встречается со мной, то есть с Лютиком. Так Геральт узнал, что если он хочет найти Цири, то должен сперва отыскать старого друга. Ты видишь? Погоди, вот управимся с колдуньями и за вас. Эй! На этот раз ты мне отдашь деньги. Получил два. Что? Или ты вернешь мне это золото? О, спокойно, спокойно. Не стоит вмешивать в это посторонних. Мы наверняка договоримся. Ну, сил нет. Ну и заварил ты кашу в этом самом лохмуте. Моя хозяйка вызвала меня вчера на разговор и сказала, что я плохо распоряжаюсь. Видел тот пустой корабль? Да. Легко будет отыскать мага в этом муравейнике. Очень не любит их. Легче, чем тебе кажется. Добро пожаловать в мою мастерскую. Добротная работа и разумные цены. Что у тебя отец болеет. И помочь ему может только... Покажи мне свои товары. Не беспокойся. Его королевское величество на очищение Новиграда выделил... Не знаю, буду я что...
смотри, смотри! А почему у вас такие странные глаза? Может, как-нибудь вечерком в бордель? Смотрите! Не могу эти рожи. А правда, что эльфы варят из детей суп? Только чтобы не получилось так, что когда проиграете, вдруг окажется, что вам нечем заплатить. Если бы ты лук с маслом ел, то не было бы... Что принести? А женщины за ним глазами так и вон. Будь здоров. Чего хотел? Спрашивает, ты Диана Валя на том же самом уровне, что и лично ты Диана ему жители. О, вечный огонь, как башка трещит. Добрый день. Сил нет. Хороший день для торговых дел. Кого ищешь? Спрашивает Дегиана в этом море на том же самом уровне, что и личная Дегиана ему жить. Прошу. Что у тебя? Предлагают.
мечи не на пол. Я играл в Тритоне, ублюдки. Я перестал туда ходить, так вот. Я там все влюбился. Что-нибудь наточить? Покажи мне свои. Я хочу... Прошу. Что у тебя там? Будь здоров. Седой, глазище, желтая морда в бороздах. Ровно как он говорил. Ты, Геральт из Ривии, прозванный Белым Волком, а?
Мясник из Главикина. Достаточно Геральта из Ривии. В чем дело? Пару лет назад один тип заплатил мне, чтобы я сохранил для тебя книжку. Сказал, что ты когда-нибудь за ней придешь. Кто это был? Он не представился. Но у книжки красная обложка, это я помню. Я ее точно не продавал. Хорошо, я поищу. Может, тогда и остальное посмотришь? С удовольствием.
веселые приключения Мюриэль, прекрасной мерзавки, потешными гравюрами снабженные. Извлечение чирьев прижиганием, научные студии. Мой манифест. Должно быть оно. Внутри какое-то письмо. А вдруг и его в колдовстве обвинят? Интересуешься книгами? Ты не похож на ученого, но с картинками у меня тоже есть. Не желаешь сыграть? Верно.
и жить не хочется. Мне с собой взять какую-нибудь подругу для компании? Я никому под руку не лезу. Мы-то думали, что нас будет двое. А ты одна. Ну да. Вы такие пьяные, что один бы точно не управился. Даже с девственницей. Скидок нет, кредит не дают. Хамло! У тебя вульгарность написана на лице. Еще чуточку, я смогу бросить эту работу. Приветствую. Гляньте-ка, свет представления. Ведьмак в борделе. Что же тут странного? Ты странный, брат. Все знают, что ведьмаки выродки и ненормальные мутанты. А здесь порядочный бордель для шлюх с принципами. Говори на чистоту. У тебя в штанах точно все, как у обычного мужика? Когда последний раз проверял, все вроде было на своих местах. Я хотел бы кое-что купить. Я бы лучше... Написано на лице. Thank you.
Надо так. Сколько эльфов у нас есть, что не счесть. Что мне теперь делать? Здравствуй, молодой человек. Волос у тебя седой. Здравствуй. Чем? Травами, молодой человек. Раз. Но не так. Вот, например, борец. И в самом деле? А сам посмотри, молодой. Мне нужны...
И часом не хочешь? Открывай.